Это чей канал? Нету никого. Ну все, сейчас тогда буду всех перебивать и ролики чужие тырить. Ага. Бляха. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы откуда? Вы откуда? С Украины. Как? Почему они все очки вот так вот иксом носят? Это модно сейчас? Какой город? Какой город? Столица. Киев. Киев. Есукос. Фига себе, полиглот. Есть совхоз. Нифига себе, вы даже английский владеете. Чуть-чуть. Ну рассказывайте. Сколько вам лет? А что вам рассказать? Сколько лет вам? Сколько лет? Сколько дадите, и все они мои. Вам 18. Наверное, 44. Дякую. Чё, побольше? Чё, побольше? Секрет. 50? 5. В смысле, ещё больше, что ли? Какая разница? Ну, интересно. Интересно. Но ещё не на пенсии, да? Или на пенсии? Интересно, за углом. Ну вы на пенсии, если на пенсию, я про пенсию спрошу. Да я б хотіла вже піти на пенсію, але її нема. В смысле, ви ще молодая просто, да? Молодая просто, да? Да, я бабушка. Не, я имею в виду... Ви молодая, да, я бабушка. Бабушки, они все молодые, по идее. Ввиду возраст к пенсионному подошел? В радянское время, да, я бы уже была на пенсии. А сейчас еще нет, да? А сейчас еще нет, да? Да. А во сколько там у вас пенсию выходит? Сколько лет? 60. А вам сколько? 58. Не скажу. 55. Должна быть женщине какая-то загадка. 59. 33. 333. Ну расскажите, какая пенсия вас будет ждать там? Не знаю, может я до неї не доживу. Ну вам уже 59 хоть есть? Не скажу. Ну я в смысле, до пенсии долго еще жить надо или нет? Так, молодой человек, вы откуда? Я из Краснодара. Понятно. Це Алматы. Краснодар. Юг России. Рядом с Крымом. Через мостик. В принципе, почти чуть-чуть рядом. Почти чуть-чуть рядом. Добренько. Українську мову розумієте? Конечно. Ну, так. Тоді тим паче дуже приємно. Ну, ми ж русські, ми все розуміємо. Ну, дуже приємно. І українську, і білоруську. Це дуже приємно. Це дуже приємно. А ваші корні звідки? З Кубані. З Кубані. Ростов-на-Дону. Ви з Ростова? Ви з Ростова? Я зі столиці України. Так, при чому тут Ростов? А я, здрасте, я трошки географію знаю, що Ростов-на-Дону. Я трошки географію знаю, що Ростов-на-Дону. Он так і називається, Ростов-на-Дону. Зато ти географію, звісно, знаєш. І залізьте, будь ласка, в історію, так. Звідки... Ростов-на-Дону пішов. Откуда Ростов-на-Дону пришел? Из Києва. Ну-ка розкажіть. А подивіться, будь ласка, кіно. Кіно. Прямо зараз? Кіно пойдемо смотреть? Пошли. Бляха-муха, так быстро хотіла сказати. Так быстро хотіла сказати, а так медленно думаю, що даже не успела. А не получилось. Бляха-муха.
Ну я извиняюсь, что вот так вот получается. Бляха-муха. Думает медленно, говорит быстро. У него мозги еще в начале разговора пока. Про сколько возраст? Я извиняюсь. Да, извиняюсь. Просто не можу быстро придумать. Быстро придумать не можешь? Надо учиться у Арестовича. Посмотри на Арестовича, как он придумывает. Он прям раз, газ в голове украинца. Все, сразу отмазался. Это не придумать, это просто так в жизни есть. Как кино называется? Ой, блин. Вот действительно. Слуга народа. Ну не елки-палки. Мать, пошли в Google, мать, пойдем. Очки какие-то поломанные. Да вы знаете это кино, и ваш, и ваши батьки знают это кино. Конечно, знаем. Это... Смотри, обои какие. Смотри, обои на как. Тут что-то оторвалось, очки наискось, тут что-то это. Именно за... Как у меня на заставке. За цей дом. Ну, на елки-палки, а. Ну все, и сейчас так мы будем 4 минуты вот это вот, елки-палки ее. Вот не могу так быстро загадать. Ну помоги ей, Алекс, подскажи бабушке название. Как называется фильм, который она задумала? Я угадаю этот фильм с двух кадров. Показывай. Просто на дому. Так. А, Тихий Дон. Тихий Дон, я только хотел сказать. Тихий Дон, он уже даже в чате уже подсказывает. Бинго! Хорошо. Вы справились, вы молодец. Вы молодец. Все, приз в студию! Черный ящик! С пакетом, с черным. Туда надо отправить им. Да, надо им. Вот уж. Тихий Дон, так и называется. И там одна фраза. Вот такого деда есть. Так. Так. Шмаляй. Шо? За Украину. Я вибачаюсь. Я ничего не хочу казати. Шо еще раз, подождите, что там дед сказал? Да. Ну так ото подивіться. Ні, що сказав? Я прослушав. Ні, що сказав? Я прослушав. За Україну. Это дед там сказал? Это дед там сказал? Да. А что за Украину надо будет? Что сделать? Так, так. Так. Да. И что это говорит? Что это говорит? Ну так почуйте. Не, так я почую это. Прислухайтесь. Так, и что? И что это говорит? За Украину. Мать, а я смотрел, значит, это комиксы. Там черепахи дерутся с каким-то мозгом электронным. Да. То есть черепахи, они, значит, палками дерутся. И это... Вот. То есть, оказывается, в Америке есть черепахи, которые умеют драться палками. Прикидываешь? Почуй. Потому что это Украина. Чё, Михалыч? Чё? Ничего. Мы разумеем. Все, сделала по фактам. Давайте будем люди. А кубанцы шо? А кубанцы шо? Це Украина. И лицо такое, как будто бы, а, как я тебя получил? Ну, мать уделала, конечно. Вот это да. Вот уж я через что и кажу, подивіться, оцей фрагмент. Это потому что дед сказал, да? В фильме. Ні, це воно по житті, це історія. А, фільм – це історія. Ну ти що, не розумієш, що ли? Фільм – це історія. Може, дід з України був просто? Понятно, тобі ніхера нічого не докажеш. Ні, так може, це дід з України був. Людина добра. На Дон приїхав-то. Людина добра. Чо? Це по життю отак воно є. Що? Загугли історію. Подожди.
И все. Загугли историю. Так и гугли. История. Сейчас. Ферштейн? Сейчас, погодите. Ферштейн? Так а чё, ну, роман написан в 25-м году. Алё, мать, ну, и чё тебе не нравится? Мы знаем, что Украина появилась в 17-м, и чё? Да, это мы сейчас да, все загугли. А вы можете сказать, ну, когда Украина появилась? Київська Русь. Так це ж Русь. Для чого воно є? А при чём тут Україна? Київська. Київська. Как им нравится, что Киевска. Киевска. Если перевести в кладаче, в перекладаче киевское на лунтиковский язык, то по лунатиковскому языку Киев – это Украина. Украинская Русь была. Это лунтики, когда переводили, они неправильно перевели просто, когда прилетели. Ёпта. Так это город Киев. Ну так это Украина киевская. Так тогда вообще никто не знал слова Украина. Ну дитину, господи, да ёб студент. Так тогда слова Украина не было вообще. Ты такой чучушный? Ну бабуль. Бабуль. Ну тогда я слова Украины не, не было. Буль-буль. Ну не было тогда у Украины слова. Не было такого. Господи, як мені з тобою тяжко розмовляти. Бабуль, ну Русь бабуль, же государство називалось. Русь, Русь. Русь. Київська Русь. Можете назвати столицей Русі? Київська Русь. Ну, Буль-буль, ну ти чо? Столица-то как называлась? Где? А столицы Руси можете назвать? Та загугли. Сейчас загугли, бабуль, для вас. Отож, якщо ти не ку-ку, то вибач мене, будь ласка. Бабуль, сейчас я вам все скажу. Як тебе звати? Иннокентий. Иннокентий. Смоктуновский. Он сам. Будь человечным, всего-навсего. Сейчас я вам все скажу. Давай. Смотрите. Смотрите. Для вас покажу столицу Руси. Столица Руси. Угу. И что? Ну, Ладога. Великий Новгород. Княгиня Ольга. Кто видит здесь княгиню Ольгу? Видите, кто-нибудь здесь написано? Княгиня Ольга. Видит кто-нибудь? Причем тут княгиня Ольга? Княгиня Ольга. Столицы Руси. По годам даже могу вам назвать. Смотрите. Какой ты далёкий. С 862 по 864 была Ладога. С 864 по 882 был Новгород. С 882 по 1243 был Киев. Вау! Вау! Нашла! 1243-го по 1389-й был Владимир. 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 С 1389-го. Владимир наш. Енот наш, Крым наш, Владимир тоже наш. Владимир это столица, а не наш. По 1712-й была Москва. Знаешь такое слово «так»? Знаете слово «Москва»? А знаешь таки слово «так»? А Новгород, знаете Новгород? Конечно, знаю. А Новгород столица Руси был раньше, чем Киев. Добре, дякую тобі. За все, що ти мені просвітив. Получается, ви Росія, получается. Але! Алло, 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 прачечная! Можно постирать мозги. Ты знаешь, Новгород такое слово это Россия? Это Россия? А ты знаешь, что такое слово «але»? Но по-русски. Так вы знаете, что Новгород, знаете, это Россия? Что Новгород это Россия? Так я знаю больше по-русски, чем ты по-украински. Ну-ка скажите, как на украинском языке будет стрекоза? Бля. Да ладно, не может быть. Серьезно? Я думал, у них стрекоза это бабка. Оказывается, блядь, это стрекоза? Не знал. Хорошо, скажи ты мне. Я шо, украинец?
Уже весь мир знает, а украинцы до сих пор не знают. Бачишь? Так это ж вы украинка. Так. Так назовите на украинском языке, как стрекозаву. А скажи поляниця. Так я ж не украинец. А скажи поляниця. Так я ж не украинец, зачем мне украинские слова? Ну так я тут тебе, я мне не кажу, чтобы я тебе сказала стрекоза. Так я ж прошу вас не на русском сказать, а на украинском. Стрекозлиця. Стрекозлиця. Бабка поймала стрекозлицу. Павел подходит. Так на украинском же прошу. Стрекозлиця. Стрекозлиця. И стрекозлиця и залупилка. Две их там, у них там две. Как у них вертолет четыре вида, так и стрекозы две вида. Значит, одна стрекозлиця, вторая залупилка. Вот это вот у них так, да. Неправильно. Неправильно. Мать, говори залупивка. А ну поправ. Что, загуглить для вас? Ты даже не разумеешь, что я тебе сказала поправ. Поправ очень сильно отличается от поправь. Там вообще хрен разберешь. То поправь на русском, а на украинском поправу. Ну тут фиг разберешься. Что, загуглить для вас? Короче. Ну чтобы вы знали, а то что вы не знаете ничего. Склифосовский. Да конечно, я вообще не знаю ничего. Ну да конечно. Да конечно. Ну сейчас я вам скажу, как бы стрекоза на украинском. Так скажи, укрзалізниця и поляниця. Бабка будет. Бабка будет на украинском стрекоза. Да не манди, бабка. Смотрите. Смотрите. Вот показываю. Вот показываю. Ага. Я тебе говорю так, как оно есть. В смысле? Скажи мне, будь ласка, укрзалізниця. Железная дорога. Так а зачем вам нужна вам железная дорога? За дверью. Вы хотите по железной зачем? Дороге поездить? За дверью. Все, ответ там. Подожди. Бабуль, ну что такое? Ну бабка такая молодежная, от винта. Прикозлица залупивка, от винта. Все, вали.